Здравствуйте, меня зовут Иван Туренко, страна Россия, город Воронеж. Мне 32 года, я работаю челюстно-лицевым хирургом и очень люблю свою профессию. Очень люблю искусство во всех его проявлениях. Это моя страсть, слабость и в последнее время хобби. Занимаюсь недолго, около 2 лет. Моя работа называется «Цена». Она олицетворяет торжество капиталистического мира над всеми остальными ценностями. Она показывает, что деньги пожирают все прекрасное и становятся единственным мерилом человеческого счастья и правят в современном мире.